Теперь и холода не страшны тем, кто совсем недавно жил в другой стране, но вынужден был покинуть свой дом из-за угрозы жизни и безопасности в связи с военными действиями. В Щелковском районе активно помогают. Причем не только морально, но и материально. В актовом зале районной администрации состоялось вручение теплых вещей детям из юго-востока Украины. Руководитель администрации Алексей Валов подчеркнул, что подобные мероприятия важны для всех. И для тех, кому дарят подарки, и для тех, кто их дарит. Только взаимно давая флюиды добра, вот из зала, а мы в зал, мы получаем тот продукт, который нужен нам всем. Это духовность, нравственность, будущее. Мы живем не для себя уже, живем для будущих поколений. И стараемся, чтобы оно хоть как-то получило от чиновников, от общественных организаций тот импульс, который даст им потом, скорее всего, в будущей жизни тот же самый стимул добра. Акция проходит в нашем районе уже не в первый раз. Участие в сборе гуманитарной помощи вынужденным переселенцам принимают предприятия Щелковского района, социальные службы и благотворительные организации. Работа по оказанию помощи вот такой категории наших жителей, а мы их воспринимаем своими жителями, ведется уже, вот мы посчитали, с июня прошлого года, как вот наша страна стала принимать беженцев, и, наверное, это уже 8-я или 9-я акция. И впереди у нас тоже много добрых дел, и впереди новогодние елки. Кроме тех теплых вещей, которые получили дети, они еще и получили тепло, вот сердец и душ организаций, которые помогли для того, чтобы закупить одежду детям. То тепло, которое вложили общественные организации, такие как благотворительный фонд, такие как Красный Крест. Естественно, и в первую, наверное, очередь администрация Щелковского муниципального района. Активный отклик акция получает от многих организаций нашего района, и подобные мероприятия носят особый гуманитарно-духовный характер. Вот сегодня в этой акции приняла активнейшее участие комиссия по делам несовершеннолетних. Категорию тех семей, которые нуждаются в помощи государства, сегодня были на нашем мероприятии и не остались без внимания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сами детки подаркам были несказанно рады. Для них накрыли сладкий стол и пожелали, чтобы добро, которое они видят сегодня, также продолжалось в их жизни. Сами ребята признались, здесь их принимают как родных, тепло и по-доброму. Добро – это когда ты, если кому-то сделал хорошо, то это будет очень хорошо, и они тебе скажут спасибо. Добро – это когда люди делают доброе, что-то хорошее. Лилия Тимиева, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».